Приднестровском государственном университете сегодня международная научно-практическая конференция «Яковлевские чтения» проходит в 10-й раз. В этом году тема «Актуальные вопросы юридической науки и практики в условиях цифровой трансформации». Студенты экономического факультета, юридического и не только. Всего более 100 участников из Приднестровья и России. Мы связываемся с ними по Zoom. Очень много вузов Российской Федерации действительно откликнулись на то, чтобы принять участие. В первую очередь это Калуга, которая изъявили желание провести совместную секцию с нами. Традиционно это Удмуртский государственный университет, Севастополь, Крым. География на самом деле очень широкая. Научную конференцию традиционно проводят в память о Василии Яковлеве, первом ректоре Приднестровского государственного университета и докторе юридических наук. В августе 1991 года Василий Никитич был инициатором и одним из авторов декларации о независимости Приднестровской Молдавской Республики. Также он является одним из основных авторов первой конституции Приднестровской Молдавской Республики. От проблем частного и публичного права до эволюции государственных институтов в условиях цифровизации. Всего яковлевские чтения разделили на 5 тематических секций. Искусственный интеллект, робототехника, криптовалюта и современные технологии. Как все это влияет на юридическую науку, рассказали спикеры яковлевских чтений. Стоит вопрос, касающийся того, что искусственный интеллект может заменить судью при разрешении гражданских споров. Поэтому эта тема как никогда сегодня более актуальна. Эта информация будет полезна абсолютно всем, то есть и практикам, и ученым, и, конечно, студентам. В планах вместе с Калужским государственным университетом выпустить сборник с лучшими докладами 10-х яковлевских чтений.